пятое место были, но вы все равно были расстроены. Почему? Ну, как сказать, расстроены. Все, в принципе, у нас получилось. Я довольна выступлением. Ну, конечно, всегда хочется больше. Хотелось, конечно, медальку завоевать для команды. Но пятое место тоже довольна этим результатом. Довольно. А могли выше прыгнуть? Вот как чувствовали? Могла. Могла выше. Понимала это, знала, но за счет того, что очень сильно хотелось и начала зажиматься, и вот это хотение меня немножко погубило. Потенциал есть, как вы чувствуете свой? Я думаю, есть, конечно, есть. 2 метра далеко? Посмотрим. Не буду лежать, но посмотрим. Спасибо.